Программа «Новости будущего» создана при поддержке сети магазинов цифровой и компьютерной техники «Кью». Всем привет! Это «Новости будущего». Все самое интересное из мира науки и высоких технологий. В студии Елена Иванова. Каждым днем на дорогах появляется все больше электрических авто. И, как оказалось, автоэксперты встревожены этим фактом не на шутку. На данный момент они не испытывают полной уверенности в безопасности электрокаров. Аккумуляторные батареи электромобилей, несмотря на то, что производители пытаются свести все риски к минимуму, могут вызвать как проблемы с электричеством, так и химические проблемы. В электрических автомобилях, так же как в мобильных телефонах, камерах и ноутбуках, используются литий-ионные аккумуляторы. Они являются колоссальным источником электромеханической энергии, а также легкие и недорогие. Но здесь есть и другая сторона медали. Они представляют определенный риск для людей. Этот риск незначителен в небольших аппаратах, как ноутбук или мобильный телефон. Но в электрокарах, где аккумулятор состоит из огромного количества ячеек, этот риск увеличивается в сотни раз. Во-первых, при электрозамыкании может возникнуть пожар. Во-вторых, химический состав литий-ионных аккумуляторов представляет опасность для водителей. В составе этих батарей присутствует никель-марганец-кобальт или никель-кобальт-алюминий. Во время нагрева эти соединения производят токсичные вещества. Когда ячейка литий-ионного аккумулятора сильно нагревается, может произойти химическая реакция, вследствие чего возможен взрыв или возгорание. Даже если не дойдет до взрыва или воспламенения, при перегреве литий-ионных аккумуляторов создаются чрезвычайно токсичные испарения, например, фтороводородная кислота, смертельная опасность для человека при вдыхании. Об этом говорят исследователи Института индустриальных рисков. Электрохимик Мишель Арно, один из создателей литий-ионных аккумуляторов, говорит о том, что выбранные технологии французских автоконцернов Renault и Peugeot Citroën с использованием литий-ионных аккумуляторов на оксиде марганца особо опасны, и продажа автомобилей с такими аккумуляторными батареями должна быть запрещена. Менее опасными являются литий-ионные аккумуляторы на основе фосфата железа. Мировые производители электрических автомобилей заявляют, что отдают себе отчет во всех рисках литий-ионных аккумуляторов и поэтому уделяют им особое внимание, стараясь максимально обезопасить водителя. А теперь хорошая новость для тех, кто мечтает на своем автомобиле взмыть в небеса, в прямом смысле. Знаменитый летающий автомобиль TerraFuture Transition лицензирован для езды по дорогам Америки. Имея плексигласовые стекла, нестандартные шины и складные крылья, TerraFuture Transition потребовал особого внимания со стороны американской организации, регулирующей безопасность дорожного движения. И вот долгожданная лицензия получена. Аппарат стал первым летающим автомобилем, получившим одобрение Департамента транспорта. Теперь можно спокойно оформлять предварительный заказ при наличии 250 тысяч долларов. TerraFuture Transition представляет собой сверхлегкий двухместный самолет со складными крыльями, превращающийся на земле в переднеприводный автомобиль. Скорость гибрида в воздухе 185 км в час, запас хода 740 км, грузоподъемность до 200 кг. Для отрыва от земли ему требуется взлетная полоса длиной почти 800 метров. Превращение из самолета в автомобиль и обратно происходит быстро и просто. Для этого не понадобится покидать кабину водителя. Вдобавок к привычным ремням и подушкам безопасности, TerraFuture Transition оснащен и парашютом. При этом тратиться на аренду ангара в аэропорту не понадобится. При сложенных крыльях TerraFuture Transition помещается в обычный достаточно объемный гараж. В автомобильной конфигурации он имеет высоту 2 метра при 6 метрах в длину и 2,3 в ширину. В самолетной версии ширина его увеличивается до 8 метров. В качестве топлива здесь используется стандартный автомобильный бензин, а вот для управления гибридом, кроме обычных прав, потребуется еще и лицензия пилота спортивного самолета. В США для ее получения достаточно налетать 20 часов. TerraFuture надеется запустить свой летающий автомобиль в серийное производство уже в этом году. О других новинках далее. Без таких чудаков-энтузиастов, как Дэйв Форбс, было бы скучно жить на этой планете. Ему пришла в голову идея создать LED-телевизор, который можно носить на себе, и он с успехом воплотил ее в жизнь. Множество гибких плат со светодиодами покрывает поверхность лабораторного халата, образуя полотно диагональю 60 дюймов с разрешением 160 на 120. Оцифровывающие платы конвертируют видеосигнал в сигналы RGB. Так получается LED-картинка. Система работает от DVD-плеера или iPod'а и питается от 12-вольтной батарейки. Дэйв сделал этот странный телевизор, чтобы надеть его на фестиваль Burning Man. Но в настоящее время автор разгуливает своим изобретением, развлекая окружающих трансляцией «Симпсонов».
Этот мощный и стильный ноутбук от компании HP в прочном корпусе из текстурированного матового алюминия подарит немало приятных часов, проведенных за вашими любимыми развлечениями. Созданный на базе высокопроизводительного 4-ядерного процессора Intel Core i7, оснащенный игровой дискретной видеокартой Radeon HD и 6 гигабайтами оперативной памяти, этот ноутбук обеспечит великолепный геймплей в современных играх. Емкий 640-гигабайтный жесткий диск позволит вам иметь огромную коллекцию игр, фильмов и музыки. А встроенный привод DVD позволит проигрывать и записывать диски. Благодаря глянцевому дисплею 15,6 дюйма с экономичной LED-подсветкой вам будет удобно смотреть фильмы, а встроенная веб-камера, колонки и микрофон позволят общаться в видеочатах. Для обеспечения безопасности ваших данных в ноутбуке HP Pavilion DV6-6170R предусмотрен сканер отпечатков пальцев, препятствующий несанкционированному доступу к компьютеру. Приобрести новинку вы можете в сети магазинов цифровой техники Q. Компания Crescent продемонстрировала систему виртуальной реальности Immersive Digital Entertainment, над созданием которой потрудился в том числе Тахакита Акияма, арт-директор студии 4D Brain. Он разрабатывал спецэффекты для полнометражного мультфильма «Последняя фантазия». В настоящий момент в технологии виртуальной реальности, где пользователь может погружаться в виртуальный мир и получает полный 360-градусный обзор, используется главным образом в профессиональных целях, например, в медицине. Конечно же, эти наработки можно использовать и в индустрии развлечений. Новая система включает в себя шлем виртуальной реальности со встроенным дисплеем, технология построения изображения в реальном времени Virtuos, технология анализа картинки, а также набор камер ультравысокого разрешения в совокупности создают виртуальный мир и делают его интерактивным. В этом мире каждый предмет способен реагировать на движение пользователя. Система может использоваться для игровых приложений, которые доставляют человеку острые ощущения, либо, напротив, для погружения в тихую и спокойную среду релаксации. В перспективе возможно также внедрение функции биологической обратной связи, которая адаптирует виртуальную среду под настроение и мысли человека. На этом я и партнер программы «Сеть магазинов цифровой техники Q» желаем вам удачи и увидимся в ближайшем будущем.